Ирис сибирский шугар, раш, имеет светло-розовые бутоны с винно-красным отливом и линейные зеленые листья. Цветки крупные, диаметром около 10-12 см. Нежные соцветия можно использовать в миксбордерах и цветочных композициях. Сорт высаживается весной в теплом светлом месте с плодородной почвой. Если почва кислая, то в нее нужно добавить мел или золу. Если грунт суглинистый, его рекомендуют разбавить песком. Растение нуждается в периодическом рыхлении почвы, прополке и калийно-фосфорных подкормках. При правильном уходе шугар-раш вырастает в раскидистый куст высотой 70 см. Цветение длится с июня по июль. В осенний период следует удалить увядшие бутоны. Ирис сибирский шугар-раш – это травянистый высотой 60-70 см, диаметром 30-40 см. Цветет растение в месяц июнь-июль. Окраска цветка светло-розовая с винно-красным. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 10-12 см. Лист растения по форме линейный. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.